И всем привет, ребят, с вами Хэдди, и мы продолжаем проходить Вора 2014 года. Итак, мы в квартале, ну, точнее уже в доме красных фонарей. И нам нужно украсть, как обычно, одну хрень, а именно книгу. Воу! Можно начать с покоев, мадам. Заодно набью карманы, если я там никому не помешаю. Кажется, я узнал своего кузена. В маске ему гораздо лучше. О, как жестоко. Расскажите про вашего кузена. Ты же проснуться не хочешь? Потуши лампу, Гаррет, блин, потуши лампу. Людей спит. Ты избегаешь у него взгляда. Что? Сержи, ты же знаешь правила, мадам. Товар руками не трогать. Ну, может быть, после смены. У тебя есть план? Нажму конец и попрусь домой. Конечно. То есть назад несколько проходов. У нас тут интересно есть. О, вы у нас впервые, сэр. Чудесно. Что? Откуда ты знаешь? Я же в маске. Я смотрю не на ваше лицо, сэр. Надеюсь, цветочки не переусердствуют, сорвало. Голова уже кружится. О, окей, мешать не будем. Значит, они курят опиум тут. Так, спокойно находится рядом, а над нами. Как же туда попасть? Ощущение, что все кто-то идет. Нет, показалось. Целая куча опиума. Загрузите в насос. И всем сладких снов. За баком скрыт механизм. Он контролирует заслонки. Мадам говорит всегда заглядывать под маски. Но они такие параноики. Хорошо, когда они засыпают, не закончив. Так их легче нарисовать, это точно. Срисовывайте всех. Девочки. Я уже 5 недель не видела лорда Ван Вернона. Все нормально. К богачам мрак не пристает. Меня беспокоит его сердце. Каждый раз, когда он видит меня раздетой, мне кажется, что он отбросит концы. Так, как бы нам пробраться за механизм бы? Ты не видела герцога Торберна? Мадам платит премию за добавки. Так я бы его досуха выдоила. У него еще сестра в сокровищнице. Если ты выдаешь что-нибудь из Торберна, придется стирать простыню. Но здесь его занудный дружок Горацио, как там его? Это уже третий, кто хотел, чтобы я играла дешевую шлюшку. О, бедолаги. Дома в грязные игры не поиграешь, а по-настоящему на улице они боятся. Ну что же, попробуем. Не вижу,
вызвать лорда Роберта. Там просто не... Эй, кто это сделал? Ты проверь. Там света много. Что-то слышала. Кто Давай, здесь? Иди туда. Без глупостей. А? Вот так вот надо было сделать, не так ли? Нас можно спрятаться. Все хорошо? Он ушел? Двое стражников за раз приперлось. Ну ты же ведь меня не видел, не так ли? Кажется, там я еще не проверил. Где я там? Где ты вообще находишься? Награди, давай схватим ублюдка. Кому ты это говоришь? Своему спящему дружочку? Вот и все. Кто-то стоит рядом с птицей, а вдруг ей просто захотелось попеть. Ну, с самого начала. Так вот, птичка, извини, конечно, но тебе надо поспать. Все тихо. Кажется, он ушел. Бу! Да, птицу убили стража! Давайте сразу вызывать стражу! Так, ну все-таки, черт возьми, где мне спустить? Ну, гард. Что? Как ты меня увидел, черт возьми? Попался, конечно. Как он меня, черт возьми, заметил? Бери, что хочешь, что ли? Не трогай меня. Я не богатый, но я все тебе отдам. Вырубить тех дурбо. Ладно, я понимаю, якобы я... Сейчас, блин, все сделал. Ну да, по идее, опиум гонится как раз таки. Ладно, нам нужно найти путь наверх. Что у нас тут? Какой-то переключатель.
Кстати, я вспомнил, для чего нам нужно тратить деньги. Мы же можем на них покупать очки. Кого-то вырубили! А он не робкого десятка раз залез сюда. То есть на очки, которые мы можем тратить на улучшение. Кажется, нас. Я не проверял. Окей, где я оказался? Готов поклясться, что он был тут. Нет места. Зря я так перепугалась. Он ушел. Блин, ну, нужны кусачки. Черт. Все-таки, похоже, нам не по прохождению они даются, а именно покупаются. Если так, ребят, то напишите, где их можно купить. Кусачки, гаечный ключ и все остальное. Только бы не заорать. Я справлюсь. Не заорешь. Бросать тело просто-напросто. Вперед, хоп, и все. Там я уже был. Ясно, ты у нас не сюда пойдешь. Нас будем считать это отвлечением охраны. Говорят, они сжигали трупы на открытом воздухе. Как ужасно! И где, говорите, это случилось? А чего там так резко замолкли? Я в жизни ничего такого не слышала. Одни собирают шедевры искусства, а я извращение. Курильницы. О, капитан! Вы такие ужасы рассказываете. Это новости с наших засранных улиц, девочка. Там все меняется. Чёртовы зубы Рорка! Какая тут жуткая вонь! Интересно, что они кладут в балан? Про ваш дом говорят, что вы подобны волкам. Сейчас ты сама все узнаешь. Ну, давай, отворачивайся. Ну. Все, что происходит в доме, остается в доме. Такое происходит. Давай, выходи из тени, слышишь? У меня и без этого не терять бдительность. Чёртова птица.
показалось, что тут кто-то есть. Жрать хочу. Ну, убивать нам тут никого не надо. Так что будем двигаться тихо. Нет, надо держаться, иначе меня самого отделают. Ничего, а тут у нас тоже ничего. А, как же светло-то, а? Дом цветов подтверждает, что клиент Бенедикт Койл забронировал сейф мадам Сяо-Сяо. Мистер Койл оплатил премиальный взнос и получил единственную копию временного шифра. Потеря этой комбинации приведет к утрате всех находящихся внутри ценностей. С этим документом ознакомлен подпись Бенедикт М. Койл. Кто-то движется? Никто не движется, никто. Итак, кабинет мадам, ну-ка, за кем ты у нас подглядывала? Происходит что-то странное. Ну, дневник Сяо-Сяо. Чудное пьедестало, которое я нашла в тайном коридоре, по-прежнему ставит меня в тупик. На него что-то надо удрузить, но что? И что значит таинственные символы на стенах? Я начитана лучше многих, но никогда не видел ничего такого. Я не хочу спрашивать эту кислую воблу Иствика. Он и так слишком много видел. Вообще мой шепчущий коридор стал проклятием. Мне порой кажется, что его надо было замуровать. Но я понимаю, что это блажь. Я много раз слышал, как эти свиноподобные аристократы пищат о своих сокровищах, скрытых тайнах. Но я сама далека от разгадки настоящей тайны этого дома. Когда-нибудь она мне откроется. Даже если мне придется повыдергнуть все ресницы, загадывая желание. Я сам найду тайный ход, о котором говорила Сяо-Сяо. Он где-то здесь. Промахнулся. Бывает. Гард, не надо заглядывать за угол сундука. Нужны кусачки. Видимо, да, кусачки надо было приобретать где-нибудь там. Где-то на улице. Раз. И два. Дом цветов, тайный ход. Посмотрим, что прячут в этом доме шепотов. Так прикольно затухает. Тушит точнее их. Что за странные звуки? Ну, я смотрю, Сяо-Сяо любила подглядывать. Хотя, да, конечно, узнавать секрет. Эй! Привет, красавица. Мадам говорит, ты моя.
Не трогай. Тебя никто не спрашивает. Ты даешь мне то, чего я хочу, Ими. Комната, где кого-то убили. Шепчущий коридор. Интересно, интересно. Откуда у нее тут электричество, черт возьми? Да еще так книги складывать. Ты так и будешь расхаживать передо мной? Может, потрогаешь немного? О, привет. А, да, в следующий раз чуть сильнее. О, да, мне понравилось. О, и опять тут один. Куда ты пропал? Ты это нарочно, бутончик мой? Ты же знаешь, я не люблю ждать. Хорошо. Я важный человек на службе у барона, и я требую совершенства во всем. Поэтому вы всегда выбираете меня? О, мастер! Стоп, стоп, и ты... Вы знаете, как вскружить голову девушки? О, сиренька моя, послушай. Я всю неделю бодался с администрацией из-за чертежей трубного хаба в шлаковой яме. Может быть, ты расскажешь про... Напряжение своими нежными ручками. Да хватит вы там, Рену, заткнитесь. Пальцы, как когти у бурика. О, новое здание, мастер Иствик. Скажите... Ты, может, ты расскажешь нам все-таки о своем коде? Девочка, этим вечером ты особенно сочная. Подойди поближе. И, может быть, я тебе кое-что расскажу. Как пожелает мой господин, я вся внимание. Врежь мне со всей силы. Ты можешь сильнее, милая. Давай. Хочешь еще? Да, еще. Знак глифа? Ударь меня. Еще раз. Еще. Ты прекрасно, превосходно, милая. Давай сильнее. Да хорош, блин, я за вас ни черта не слышу. Давай со всей силы. Я всегда думал, что он должен был сказать их код. Силы. Ты можешь сильнее, милая. Он прекрасной формы, правда? Сильнее. Что значит это не клип? И он самый большой в городе? Ударь меня. Конечно. Сотни рук работали, чтобы он вознесся к небесам. Талант у ремесленников, милая. А у меня дар. Давай сильнее. Мне сказали построить самую неприступную крепость. И я. Давай со всей силы! Врежь мне со всей силы! Ты можешь сильнее, милая! Хочешь еще? Да, еще! Ударь меня! Ясно, так что же все-таки за статуэтка, которую говорил мадам Сяо-Сяо? Еще! Подиум, о котором Сяо-Сяо писала в своем журнале. Он старше, чем Дом Цветов. А можно к ней, не знаю, свет приблизить? Потому что я эти знаки, чертовы, не вижу. Еще раз. Еще. Так, стоп. Можно обратно зажечь. Прекрасно, превосходно. Давай сильнее. Так, это мы крутим верхнее колесико. Давай со всей силы. Врежь мне со всей силы. А, не то. Сильнее, милая. Не то нажал. Да, еще! Ударь меня! Надо, чтобы появился там тот узор. Еще раз.
Слушай, клан, тут так мелко все сделано, что я ни черта не вижу. Так что, как найду правильную комбинацию, ребят, я вам возобновлю запись. Тут нет, тут искать именно подбирать не нужно. Тут, оказывается, все знаки, вот они, выгравированы. Чуть сильнее. Давай со всей силы! Врежь мне со всей силы! Ты можешь сильнее, милая! Второй знак. И у нас еще два знака. Да, еще! Ударь меня! Где же еще пара знаков? Тут у нас третий знак. Ну да, это у нас все-таки нету мака. Где же у нас последний символ-то может быть? Хотя его можно тупо подобрать. Только я не знаю, получится это или же нет. Угу. Все-таки зрение у нас остается, но у нас очень слабое. И выйти отсюда нас, похоже, не выпускают, да? Значит, где-то еще один знак должен быть. Нет, там все еще развлекаются. Ладно, попробуем методом подбора, значит. Ну-ка. Давай со всей силы. Не подходит. Врежь мне со всей силы. Ты можешь сильнее, милая. Если вот это вот. Сильнее. Давай. Хочешь еще? Да, еще. Ударь меня. Еще раз. Еще. Что? А, нет, смотри, подошло. Что же у нас тут такое за место? Это место надолго забыли. Ну, вот уж точно. Этот город живет одним днем, и он хорошо хранит свои секреты. У нас это общее. И опять. Стоп! Это же место, ведь очень напоминает то, которое мы бегали во сне. Точнее, где мы бегали во сне. Так, как бы нам пробраться бы наверх? Ну, точнее, даже не наверх, а дальше. Тут у нас путь обратно. Значит, где-то должен быть проход и тут. Ага. Нас наверх можно идти, так? Надо нас обратно, по-моему, вернуться. Угу. Вот только так мы что-то активировали. Должен быть способ отключить эти древние ловушки.
И что у нас внутри? Какого черта? Это что, храм? Забытые руины. Тут все дохрена ловушек. Куда у нас путь идет? Куда-то вниз. Какого черта? Это сияние аж глаза режет. Хамериты. Угу. Все ясно. Все четыре знака. Такой-такой. Такой-такой глифы. И что же вы скрываете? Новый трофей. Эй, ну тоже ведь тоже такие же есть. Дайте мне еще взять такие же хрени. Ах, не дадут. Что это за башня, черт возьми, а? Книги. Тут что, жили хранители? Тут у нас путь завален. Казалось, что там кто-то ходил. На самом деле, очень даже похоже на подгород. Помните, мы были в нем в третьей части. Где живут люди. Ящер, который не верит, что есть верх. Колесо. Скоро оно крутится. Орион сказал, что я найду книгу, а не целую библиотеку. Здесь, наверное, сотни книг. Ну что, точно. А это еще что такое? Одно очко получено. О, круто.
Трофеи, документы, прогресс игрока. Ловкость, способность увеличить скорость взлома замков, интуиция. Показывай путь. Да, откроем вот это вот. Интуиция. О, у нас теперь полностью зарядилось. Это хорошо, что наше чутье полностью зарядилось. Сотка FPS-а пошла. Это место лабиринт. Я иду в центральную башню. Войдите в центральную башню. Окей, что это у нас за механизм? Что, немножко поворачивать? Да ладно! Вот это полезно. Еще и факел зажегся. Сколько же тут проходов-то, а? Кто все это сделал, черт возьми? Не можем разбить стекло. Так, ту мы повернули. Окей. Я, конечно, понимаю, что я хотел сказать, то, что якобы мы должны теперь пройти и повернуть другую. Ну что ж, попробуем. Вот только, блин, ведь вернуться-то мы обратно не можем. Возможно, это нам и не надо поворачивать, тут у нас единственный выход отсюда. Так, а что у нас тут? Ага, просто-напросто завал. А тут-то вот я не был. Оп.
Все-таки, значит, мне просто показалось, что она свой по кругу. Ясно. Голи, зомби. Что бы это ни было, это не человек. Это уж точно человек. Или же те люди, жабы. Ну, люди, ящеры. Оу. Ключи. И как бы нам теперь отсюда выбраться? Ладно, знаете, ребят, будем думать уже в следующий раз, а пока, что с вами был Хэдди, ставьте лайки, подписывайтесь, зайдите, друзья, и, конечно же, комментируйте видео. Всем пока, до новых серий и до новых врывов, конечно же.